Привет. После предыдущего видео, которое появится справа сверху в виде ссылочки, мне написали и сказали очень многое. В общем, говорили, что я неправильно или что-то не так делаю. Это все естественно, потому что я не делаю каждый день SkySphere. Я сказал то, что я знаю, то, что как я исправляю. Ну и сегодня я сделаю дополнение к этому. Там сказали, что есть очень удобный инструмент, оказывается, в Photoshop. И как раз-таки мы на него сегодня взглянем. То есть это наша текстура, которая уже мною исправлена была. Запомним ее и давайте создадим из той же самой текстуры уже по другому виду. В данном случае, оказывается, в Photoshop существует такая сферическая панорама. То же самое, вкладочка 3D, сферическая панорама. И мы создаем новый слой панорамы из выбранных слоев. В данном случае у нас слой выбран. Нажимаем новый слой. И сейчас, по сути, у нас включается панорама. То есть, если мы будем нажимать кнопочкой левой мыши и прокручивать данную текстуру, она как бы уже с помощью, так скажем, наложения на сферу уже в самом фотошопе как раз-таки нам показывает все. Да, единственное, немножечко притормаживает, потому что все зависит от качества изображения, ну и вообще, насколько занят компьютер в данном случае. То есть, смотрите, вот то, что у нас сверху получается. Да, это как раз-таки сверху вроде изображение. Здесь мы то же самое, как в предыдущем видео, делаем исправление. Вот я беру те моменты, которые прям жестко у нас внешне ограничиваются. Давайте вот это тоже захватим, потому что в предыдущем видео как раз-таки она у нас прям очень сильно отличалась, этот блик от солнца. Также выделили, да, нашим лассо буковкой L. Нажимаем правой клавишей «Выполнить заливку». Делаем нормально. То есть применяем. Да, здесь у нас есть некие огрехи, но если вам необходимо, быстро можете исправлять. Так, теперь нам нужно сдвигать. В данном случае мы можем нажимать буковку V, да, или вот эту клавишу. И получается, давайте передвинем теперь вот вниз. Здесь у нас тоже вот она есть, подтекшая текстура. Давайте ее тоже выделим. Ну, вот так где-то примерно. Также делаем заливочку. Теперь у нас уже более-менее. Давайте вот это тоже исправим. Так, вот здесь у нас все поехало. Быстренько делаем замену. Так, и теперь поднимаемся наверх. И вот она как раз-таки наша линия соприкосновения левой части изображения с правой частью изображения. Так скажем, как раз-таки та линия стыка. Мы ее тоже быстренько смазываем, как нам необходимо. Я это сделаю вот так. Так, и наверх. Мы, кстати, можем не убирать наше лассо, а просто уже готовая часть выделенная, мы ее просто будем менять. Ну, и вот практически вот вверху в этой части у нас осталось какое-то соприкосновение. И давайте быстренько все это применим. Все, я думаю, что наше изображение готово.
Теперь, чтобы нам вывести это изображение, берем, также нажимаем вкладочку 3D, сферическая панорама, и здесь у нас появилась кнопочка «Экспорт панорамы». Давайте сейчас мы сохраним наше изображение как Image 3. То есть предыдущее у нас Image 2 было, а сейчас Image 3. Делаем сохранение. Закидываем сюда то изображение, которое мы только что... А, забыл. Нам же изображение не нужно. Сейчас заходим на конвертацию. Выделяем как раз-таки наше изображение в HDRI. Давайте конвертировать. Все, конвертация прошла. Теперь делаем сохранение как раз-таки ее и закидываем уже в сам движок. Закидываем наше изображение HDRI 3. Теперь у нас проходит просчет данного изображения. Так, выделенная новая вкладочка. Давайте, так, это я не то открыл, мне нужен материал. Вот материал. Теперь мы должны выделить наш Image 3. Текстур куб и заменить. Смотрите, это наше предыдущее. Сейчас применим новое изображение. И получается вот такое вот сверху уже замазанная часть, да? Уже как-то выглядит действительно посолиднее все-таки. Да, единственное, все равно есть смазка данной текстуры. Так, ну, сейчас у меня персонаж просто умер. Мы так просто полетаем. И, как видите, снизу у нас тоже, в принципе, все приемлемо. И нету полости, которая у нас вот здесь была. Давайте ее установим, старую. Здесь у нас вот такая вот дырочка, хотя в некоторых местах тоже, в принципе, нормально будет выглядеть. Но сверху прям видно, действительно. Вот такое вот дополнение. То есть запомните, что есть сферическая панорама для SkySphere. Это действительно гораздо лучше, чем тот вариант, который я предложил. А на этом все. До скорой встречи. Всем пока.